Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я собираюсь посетить знаменитый пляж в Гоа, который находится под Южным Гоа. Южный Гоа – второй район Гоа. Прежде чем идти дальше на этот пляж, я хочу представиться. Меня зовут Эвид, и я живу в Гоа. Если вы новичок на этом канале, подписывайтесь на этот канал, чтобы увидеть больше видео о Гоа. Это главный выход на пляж Палолем. Этот пляж славится голубой и чистой водой. Люди всегда приходят сюда, чтобы посмотреть на голубую воду и секнуть по лучшим фотографиям. Если вы еще и любитель фотографии, вы обязательно должны посетить этот пляж. Этот знаменитый пляж находится примерно в 40 километрах от города Мадгаон и в 70 километрах от города Панджи. Если вы хотите узнать о туристическом статусе этого пляжа, то хочу сказать, что здесь всегда живет много международных туристов. Как видите, по пляжу кочует много иностранных туристов. Этот пляж всегда полон туристов. Если вы узнали, то из этого видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал и поделитесь своим парнем, чтобы вы могли приехать в Индию. Спасибо за просмотр. Пока-пока.